Высшая школа режиссеров и сценаристов принимает сегодня друзей, гостей. Тут очень много не только наших студентов, а еще единомышленников, каких-то близких по духу людей, съемочная группа фильма, те, кто снимались, конечно, в этом фильме. Этот проект «Песни балтийских славян» мы делали с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Ровно год назад мы получили известие, что мы выиграли этот конкурс, который был всероссийским и в котором принимало участие десятки тысяч проектов, десятки тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций со всех уголков России. Я сейчас хочу позвать на эту сцену главного идейного вдохновителя этого проекта, человека, который задумал его несколько лет назад, режиссера фильма «Песни балтийских славян» Романа Ушакова. Этот фильм начался благодаря людям, которые поверили в идею. И вообще, как бы, я такой поставил, ну, вот вопрос, когда только я кинул эту идею в интернете. Если это нужно зрителям, ну, тогда стоит это делать. Вот. И те люди, которые изначально поддержали, чтобы мы сделали трейлер, который потом показывали фонду, и как бы вот они захотели, чтобы этот фильм был. Вот. И спасибо им, они тоже перечислены в титрах. Если бы не они, фильм бы вообще не начался. Вот. Поэтому если вы что-то хотите, то у вас получится. Я считаю, что это состоявшийся режиссер. Я считаю, что здесь есть эмоциональная волна, и это главное, чему, в общем, мы в нашей школе пытаемся научить наших студентов, а теперь уже профессиональных режиссеров. Мы только рады. То, что на экране все произошло, это на самом деле заслуга большого количества людей, тех, кто вот делал и снимал, и звук, и цвет, и монтаж. И вот так сложилось в нашей школе, что единомышленники, творческий состав практически всегда и практически в полном составе – это сокурсники, это выпускники, это студенты того режиссера, который делает фильм. В рамках киношколы хочется сказать, что человек, когда всегда с проектом, когда он этим проектом горит и с ним все время носится, обязательно находится тот, кто готов это поддержать, продвинуть и выпустить на экран. Поэтому не бойтесь добиваться, не бойтесь своих идей, и все получится. Люди, которые этим занимаются, и вот то, что сейчас это сняли, так и так это подано интересно, что, ну, эти люди увлеченные, конечно. Это безумно интересно было мне. Вот я хочу сказать спасибо этим людям. Я хотел сказать, на самом деле, вот просто очень кратко, что мне очень фильм понравился.
Может быть, как вот тому ученому, которому не нравятся другие ученые, я могу высказать претензии к первому человеку, который говорил про Любшу, вот там был ученый, про археологию Любши. Но все остальное, как ученый, мне очень понравилось. Все очень правильно, все очень грамотно. И мне кажется, главное достоинство этого фильма в том, что он, может быть, он не так много разъясняет, но он действительно вот как бы подает интерес. То есть он стимулирует к тому, чтобы человек заинтересовался этим, прочитал что-то, что-то еще посмотрел, что-то еще как-то, там, не знаю, погуглил хотя бы элементарно. То есть он дает интерес вот к этой теме, и мне кажется, вот это главная ценность фильма, и за это я хочу Романа поблагодарить всех, кто участвовал в работе.